блядь, провернула тоже, блядь. Короче, пацаны, вот эта третья шестерня на зажигание, вот это натяжной ролик, сюда, короче, давите, надавливаете, тут закручиваете, чтобы натянуть ремень. И смотрите по метке, где там, блядь, ская метка? Метка сбоку, с обратной сбоку. Стороны там точка. Я тут уже хуй увидишь эту метку, блядь. Ну вот, выемка, вот эта вот, она должна совпасть на, там точка выбита с обратной стороны. Ну, в общем, там метка, точка есть, надо, чтобы совпало с этой темой. Так, ты приотпустил, там же не откручивай, чуть-чуть приотпусти, чтобы она двигала. Вот я. А ну, подгази вот так. А не хуясь ее. Так, давай сейчас попробуем дальше вверх. Так, давай, подожди, в какую сторону раньше, в какую раньше сюда. Давай, поймаем максимальный оборот, и вот они здесь максимальные. И вот они пухли, где-то вот так. Ты ж ничего не делал, да? Я поставил позднее, она заглохла, ну где-то я по центру поставил. А ну давай, ну сейчас должна хорошо завести. Давай ее раньше. Я не попробую, ну как бы вот так самое вроде. А ну тогда вот так, гаси. Немного так хлопочет, да? А ну вот так я поставил руку, так что все хорошо работает. Сейчас не ходи. Короче, под газ немного раньше ставим, правильно? А ставим мы вообще, я не знаю. Ставим охуенно, ребят. Наглуха. Здесь метка, метка на коленвале, и третья метка, вот это крутит трамблер. Она вот так вот через весь блок. Но там еще есть четвертая, на маховике там дырка есть. И они должны все три совпасть. Но сейчас они не совпадут нифига. Дырка в жопе. Отверстие. Короче, оно сверяется по четырем точкам. Должен совпасть коленвал, распредвал, метка здесь впереди и там в отверстии коленвале. Там ноль должен выйти или черточка. Вот четыре метки тут выставлены. Короче, блядь, внимательно там за кадром слушаем, блядь, умного человека, нахуй. И делайте все по инструкции строго, не отступая. Тогда все получится. В чем что сложность, это вот четыре метки выставлять. В чем сложность еще вот этого, сука, ролика, блядь, не вроде ебаться. Это же ролик что-то... А что, на температуру он натягивается? Ну, вроде же, блядь. Ремень сам натянут, ну, я на место он не стал, короче, ничего не вышло. Смотри, но ты не увидишь. Вон там видно маховик. Вот прям зубцы маховика. И там, когда крутишь маховик, там тоже метка выезжает. И они вот все должны совпасть. Раз, два, три и на маховике. В общем, короче, сложная система. Короче, пишем в комментариях, мы доходчиво объяснили или нет, блядь. Машина должна ехать после установки. Самое главное, блядь, на первой 130 хотя бы.